У этого человека, по всей видимости, завтра будет болеть голова, а у лейтенанта Жиглова каждый день головная боль. Что делать с теми, кто уже не держится на ногах? Не всегда понятно, что с человеком случилось конкретно. От него пахнет алкоголем, а может, он упал головой, ударился или, не знаю, действительно некачественным алкоголем отравился. Приходится решать, то ли домой везти, то ли в больницу. И в какую. Еще недавно все было понятно. Где напился, там и пригодился. Но районного вытрезвителя больше нет. В начале 2011 года в Нижнем Новгороде из 8 медвытрезвителей осталось только 2. Спецучреждения работали на пределе возможностей. Однако 1 августа и эти пристанища для любителей горячительного прекратили свое существование. Полицейские подсчитали, в 2010 году в городских вытрезвителях побывало 40 тысяч человек. Что теперь делать с целой армией алкоголиков, непонятно. По состоянию на сегодняшний день ни один нормативный акт подзаконный не издан. Кому бы их передать? Структуры специально взамен вытрезвителей сегодня не созданы. Сейчас сотрудники полиции, обнаружившие пьяного, вынуждены звонить в скорую помощь. За последние 2 месяца количество таких вызовов увеличилось на 15%. Тех, кто находится в алкогольной коме, в срочном порядке отправляют в токсикологическое отделение. С остальными приходится помучиться. 1, 2, 3 часа. Они вынуждены возить его из стационара в стационар, порой ставить не до конца обоснованные диагнозы для того, чтобы его хоть в какой-то стационар приняли. Медперсонал больниц таким пациентам, мягко говоря, не рад. Едва очнувшись, многие из них начинают буянить. Должен ограждать пациентов, которые поступили там с какой-то сердечной патологией или еще какой-то тяжелой, от этих пьяных людей. Сами порой подвергаются и оскорблением, и как и даже физическим воздействием. Всем ясно, что нужны альтернативные учреждения или хотя бы дополнительные помещения. Но где взять средства? Пока в региональном Минздраве заняты тем, что разрабатывают инструкции по взаимодействию врачей и сотрудников полиции. Сделать это нужно в кратчайшие сроки. До зимних холодов осталось совсем немного. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Приволжское бюро ТВ-центра, Нижний Новгород.